Здравствуйте, друзья! Это снова мы, веселые и счастливые. Вечер добрый. Обезьянки заняты делом своим. Лазают по приборам, лазают везде. Полюбуйтесь на Гошечку, на Марусечку нашу. Маруська уже везде хочет лезть. Конечно, за едой. За едой что не слазить-то? Не бросай. Зачем ты бросаешь? Или ты с Гошей делишься так, да? С Гошей? Ясненько. Ты ему не помогай, он сам залезет, возьмет. За него не переживай, не волнуйся. Он самые сложные возьмет помидорки. Гошенька, давай, залазь, бери помидорки, бери. Помидорки, еду, давай, давай. Давай. Гошунчик, давай, мой золотой, покажи мастер-класс, покажи, мой хороший. Маруська в две руки вон, и помидор, и перчик. Давай, Гошунчик, мастер-класс показывай, по проверенному маршруту, мой хороший. Бери самые сложные, которые Маруська не достанет. Вот, следующий, следующий. Давай, не спеши, самое главное, отдохни, отдохни, если что. Марусечка тоже молодец, достает, умница. Давай, Гошечка, давай, давай, Гошечка, доставай. Папа с тобой, рядышком, если что. Надо будет, если что, подстраховать Наташу его. Не дай бог сорвется. Давай, давай, мой золотеночек. Отрывай. Скушаешь, потом прилезешь за другой. Не спеши, не спеши. Не спеши. Ножки трясутся, не спеши. В гамачке отдохни. Отдохни в гамачке. Или на лесенке. Потом полезешь еще. Так, Марусевич, давай ты теперь. Лезь, 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 лезь. Мама, как всегда, подсказывает, где помидорчики, где еда. Марусь. Оп, молодец, Маруська, помидорчик. По болтающейся веревочке запрыгнула. Когда надо, друзья, все запрыгивается, все залазится. Никаких проблем с этим нет. А вот пусть сам сейчас, давай, давай, Гошенька, давай по этой лесенке. А, он отсюда достанет. Чё ты не полез? Лезь, бери. На, Гоша, помидорчик. Да он видит, он сейчас, видно, прожевать хочет или что. Сейчас подумает. Как. Подумает. Вытянется все равно, залезет, возьмет. Такое смешное, такое лицо у него смешное. Додельное. Опа, Маруся в гамачке. Хорошо так. А, Маруська тебя обхитрила, Гош. Вперед. Маруська тебя обхитрила. По-молодецки. На, Марусь. Смотри, перчик, вот смотри. Гошка сам в гамак, если что, может залезть да взять. Да, Гошенька? Давай лезь, Марусечка, вперед. Молодец. Маруся, Маруся.
Маруся красавица. Давай, 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 девочка, чего ты? Ну, залезла, а взять? Или взяла? Не понял. Помидорчик взяла, по-моему. Ага. Ну, там еще два есть. Так что, Марусенька, захочешь кушать, все как в природе, мои хорошие. Вы же хотели в природу? Вот все как в природе, на деревьях у вас еда, залазим, берем. Ну чё, покушала? Наелись, что ли? Оп! Ясненько. Помидорчик, огурчик забрала. Молодец, Маруся. Ловко, ловко. Маруся, молодец. И Гошка тоже сегодня красавец. Еще раз продемонстрировал. И на лесенку залез, и здесь забрал. Давай, Марусечка, еще. И самой интересно, да, Марусь, лазить за едой. Маруська еще один взяла. А, Гошечка водички попить, золотенок. Пей, 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 пей. Не хочет, я закрою. Не, что-то решил этот, воспитать Маруську. Она приблизилась к бутылке, ему это не понравилось, да, Марусь? Что-то не понравилось ему, что она к бутылке приблизилась. А вот огурец у него видел, видишь? Нет, между прочим, когда у нее что-то в руках, он уже не отнимает. Никогда. Не отнимает, никогда не отнимает. Если только она бросит, выпустит с рук, он тогда берет. А чтоб сказать, что поднять, знаете, там, нет, никогда не отнимает. Вот в руках, уже когда в руках пища именно. Опа. Смотрите, какая она шустрая, я даже не успеваю. Гош, ты давай быстрее соображай. Потому что... надо соображать. Быстрее и быстрее делать все в этой жизни. Гоша, смотри, помидорчик. Гоша, вот смотри, помидорчик. Видишь? Вот помидорчик. Иди, в долгий ящик никогда ничего не откладывай, Гош. Наметил цель, пошел к этой цели. Давай, работай. Вот быстрее смотри, где самое проще, выбирай. Что-то Гошка на стол все, решил залезть. Застрял у нее. Что там за... огурец застрял в горле. А да ну, нет. Помоги, да. Гошка, давай, доставай вон огурец, Гошунь, лезь по веревке. Доставай. Да, да, да. Только не по этой. Это... вот по этой, правильно ты смотришь, по ней надо лезть. По ней надо лезть, Гошенька. Вот сюда, Гош, надо лезть. Смотри, давай, давай. Кукурузка. Сможешь, Гош, сможешь, лезь. Кукурузка. Кукурузка, огурчик. А вот тут еще и помидорчик. Ой, продвинуть. Давай, залазь. Залазь, котик. Гошка решил наверх полезть на самый. Давай, Гош, давай. Это ты нормально придумал. Ну а чё ты? Не... просто что ли? Да? Тренировочный за этот... попытка тренировочная.
Так, у нас, значит, что там? Вот там еще висит. Сейчас Маруся полезет, заберет. Оп, молодец. А помидорчик, Маруська, еще. Вот там два штуки, три висит. Гош, ты будешь брать помидоры, там что-то, это, кушать? Или ты наелся уже, а? Мамочка, друзья, опять на помощь пришла. А, он убегает от тебя. Давай, давай, Гош, давай. Без маминой помощи все сделает сейчас. Мамочка переживает, что он останется голодный. Накормим его. Если не, если он когда хочет, он лазит, забирает. Чего ты в стулку залез? Я говорю, ногами становись и доставай перчик вот там. Гош, не буду я тебе давать еду в стул. Сам доставай еду. Давай. Смотрюсь, как мастер-класс тебе покажет, как надо. О, за веревочку за эту уже хватается. А вон на веревочке там два помидора. А там на веревочке один-два помидора, Маруська, так что... Гошка, вот над тобой прям перец висит, Гошух. Вот голову вверх подними и увидишь перчик. Маруська наверх полезла. Чё там, Марусь, доставай. Самое сложное. Ну что ты? Мама помогла, да? Ну ладно, в этот раз помогла. Сейчас ты подумаешь, походишь, все равно еще что-нибудь залезешь, возьмешь. Я ж тебя знаю. Марусь. Марусь, попрыгусь. Опа. Маруська, попрыгуська. Ну, молодцы, полазили, все равно хорошо, перед сном. Мамочка еще что-нибудь даст вам подкушать чуть-чуть. И хватит, хотя тут еды полно висит. Захотите, если кушать, то залезете. Давай, давай, что ты хотел залезть и остановился на достигнутом. Залазь.
хочешь домой, котик, на. А, встал на задние ножки. Ой, закатилась. А Маруся у меня украла, потому что не будет. Надо же. Ну ты мама. Я пока давала, она украла у меня. Это ж бибизянка. Достала огурчик, Сереж? Она подоставала огурцы в первую очередь. Что-то они по ним соскучились. По этим огурцам. Гошка, а ты хочешь на машинке прокатиться, а? Золотенок, папа тебя прокатит. Можешь сесть на машиночку. Залазь на машинку. А? Че, жуй, да и сиди, да жуй, крути эти педали с рулем. Садись. Садись. Садись сюда. Садись. Гошенька, садись. Садись, садись. Не? Не хочешь? А Маруська, может, сядет? Игнор. Ой, игнорщик. Все, папа обиделся на тебя. Папа обиделся, папа пошел тогда. Такой смешной, отворачивается спиной. А, Маруська кукуруза. А это какая-то уже засохшая, Наташ, кусочек. Это еще позавчерашняя, Сережа. А ей нравится. А ей нравится. Да ладно, сейчас они залезут. Сейчас Гошка подумает. Самый безопасный маршрут, да, Гошенечка? Наелся ты, Гошка? Если наелся, то и ладно. Хватит. Проголодаетесь, что сегодня не доели, завтра с утра придем сюда, залезете, доберете. Че там, Маруська? Коробку выглядывает. Садись на машинку, я тебя прокачу. Садись. Где машинка? На. Думает, чтобы еще достать. Да, да. А мама Гошки помидоры катает. Эх, это мама. Мама не видит. А папа все видит. Ну ладно, Гошки простительно. Гошка как призер, ой, как этот, призер выигрыша прошлого квеста, ему, значит, можно. Разрешается, да, Марусь? Чего ты к мамочке прыгнула? Чтоб с мамочки забирать. Не надо, Марусенька, не надо. Гошка, сразу защищать Наташу. Ребят, посмотрите. Сразу за Наташу заступаться побежала. Но Маруся сама испугалась, наверное. Это, знаешь почему? Маруся на тебя прыгнула, а ты подошла к Гоше. Близко. Ага. Вот. Она, конечно, Гоша не, этого позволить не может, что у мамочки Маруся. Ну, пусть побегает, пусть. Лишь бы ни ножку не подвернул, ничего. Он в прошлый раз за ней бегал, потом 2 дня хромал, бедолага. Молодец, пацан. Умница. Какой он красивый, он даже в гневе красивый, друзья.
Даже когда сердится, он тоже красивый. Гошка наш. О, к мамочке пришел. У мамочки так хорошо, замечательно, да, зайчик? Я не знаю, его когда Наташа берет, у него лицо такое молодое становится. Друзья, переходим к нашей уже полюбившейся рубрике «Приветы». У нас есть подписчица Людмила из Калининграда. У нее в молодости был обезьянка Яшка. Один в один похож на нашего Гошика. Она его никак не может забыть. Ей подарили и дали в подарок, подарили на 40 лет, в общем. И они так полюбили нашего Гошика, смотрят с внучкой. Так вот, Людмила из Калининграда это передает своей внучке Аринушке, Арине, привет. Ей 6 лет, скоро в мае будет 7. Аринушка, расти большой, послушной, хорошей девочкой. Обними свою поцелуй бабушку. Бабушка у тебя очень хорошая. Мы тебе с Гошкой и нашей семьей передаем огромный большой привет. Расти большой, здоровой, послушной, хорошей девочкой. В общем, друзья мои, будем заканчивать свое видео. Всего вам доброго, всего вам хорошего. Всех вам благ. Пока-пока.